охрана. Закрою шланг. Документы, пожалуйста. Водительская и техпаспорт. Короче, я что-то нарушил? Нет. Ну, вы законы знаете? Мы знаем. Я что-то нарушил? Причина запинки. Причина запинки? Проверка документов. Нет такой причины. Как это? Есть 11 пунктов перечисленных. Это вы по телевизору смотрите, да? Где в интернете читаю. О, и водительского руки давать нельзя, да? Да, нельзя. Это кто-то такой придумал, скажите. Есть правила дорожного движения. Дорожного руху. А то, что рассказывают, ну, по границе дорожного руху. Хорошо, причина запинки. Пожалуйста, представьтесь, документы свои предъявите. Я не хочу с вами ссориться, не денег. Я не ссорюсь. Ну, водительское, вот так покажите мне техпаспорт. Покажите свои документы. Вот, значок. Почему машина без проблескового маячка? Значок это не документ. Пойдемте, я вам удостоверение покажу. Я никуда выходить не буду. Имею право. Как вас зовут? Вы представьтесь в первую очередь. Вы должны представить. Такой-то, такой-то. Майор милиции. Дальше. Камышан Павел Александрович. Хорошо. Вручена запинка. Красноградская АИ. Я знаю все, ну, прекрасно. Ну, так а что? Причина запинки. Причина запинки? Собака в машине. Я извиняюсь, конечно. Ну, может это как-то вы будет вот, звучать. Вы вот говорите такое. Плохо вот, звучать вот будет. Говорите, есть такая причина запинка собака нет, в машине? Нет, я шучу. Ну давайте как-то, ну, по-человечески. А я нарушил что-нибудь? Нет, не нарушил. А чего вы меня тормознули? А вот проверить ваше состояние. Мое состояние? Да. У меня какое-то движение было непорядочное. Какое непорядочное движение? Вот знаете, вот все так вот говорят, знаете, вот то, все, причина запинки. Почему, это, когда я еду? А потом, не дай бог, что-то раз, ну случается все на дороге. Хорошо. Раз там, не вы, кто-то я могу вас, Сашу сейчас позвать. Кто-то... Было у меня такое, он мне такое наговорил. Меня стукнули, он меня хотел сдать кондоровцам. Ну вот возле Райска, можете его позвать. Он знает эти причины, и из-за этого я когда не очень стремлюсь по-человечески общаться с вами. То, что, ну, с людьми в погонах. А как, что значит не по законам тогда, раз меня тогда так хорошо со мной обошлись. Я хочу по законам, ну, так по закону. Всех под одну эту хотите прям. Да чё, всех. Все, счастливо. А вы не представитесь? А я вам не представился? Ну, документы. Пойдемте, я покажу. Я не хочу выходить. А мне ходить, носить вам, показывать, да? Они в служебном автомобиле. Не, ну, вы меня остановили. Да. Остановили. На каком основании? На основании проверки документов. Нету такого основания. Как это нет? Нету, есть 11 пунктов. Ага, а ну перечислите. Я обязан перечислять. Есть закон, не, ну вы говорите такой. Есть, есть закон про информацию, вы должны мне перечислить, если на то пошло. Причина запинки, причина это. А я же вам это говорю. Почему без проблескового маячка? Здравствуйте. Здравствуйте. Собака опять человек. Виноватая. Вот человек обиженный на... Обиженный на судьбу. Я не начинаю. Сколько вы говорили, эта машина стоит? 2000. Помните, когда-то возле Райском стукнули? Вы меня хотели в РУВД сдать. Я маячил. Помните? Да, что выяснилось? Мама, я прав. Мама, как я кричал, мама, прибегай, спасай. Дальше же рассказывай. Мамочка, меня тут было такое по телефончику? Было, что ты там? Я еще не прав. Я не нашел. Было такое, что вы моих нашел... друзей сразу послали. Вы кто? Свидетели или кто? Вы сразу их послали. Это не друзья, это собутыльники. Я говорю, будете давать показания. У меня собутыльников... Что? Вышла... Шо вы, официантка. Тебе что-то неправильно там сделали мы. Не должен тыкайте, не вы, говорить, не тыкайте. Что мы нашли, и люди вы нашли. Ну, поехали, притянули, все решили. Что ты улыбаешься? Не тыкайте. Я еще улыбаюсь. Раз прошу, не тыкайте, пожалуйста. Что ты улыбаешься? Что ты улыбаешься? Не тыкайте. Сейчас будешь маме звонить. Нет, зачем? Будешь. Есть 102, есть телефон доверия. Маме я позвоню, чтобы она знала, вот кто точно. Опять мне мозги полоскает. Да нахуй ты нужен мне, чтобы я тебе мозги... Слышишь ты, Воша, едь отсюда, нахуй. Вот я не просто, едь отсюда.
Вы помогли мне по ДТП? Каким образом вы мне помогли по ДТП? А что мы тебя оформили тебя, лишу? Тебе денег дали, не разобрались с тобой. Я не знаю, как там было. Что тебе не понравилось? Или надо было зарисовать, чтобы ты по 10 копеек получал, блядь, в год? Так ты хотел? А как? Как? А как вы поначалу ко мне подошли? Слышишь, да поначалу ты сам научись слышишь? Себя вести. Ты научись сам себя вести. Пожалуйста, да. Не тыкайте. Я еще раз вас прошу. Машина с подблесковым маячком. Что ты доебаешься? Ты пристал доебаться ко мне или что? Так вы ж меня остановили. Что тебе не нравится? Что тебе не нравится? Канарейка, уже если бы я на частной стоял, как бы ты себя вел тогда? Прыгал бы туда. Как так? Ты стоит канарейка, стоит. Что тебе еще не так? Ты меня что не знаешь? А я маячок надо, чтобы блескал у меня, что? А что вам не так, что вы меня тормознули? Ну как, мы проверяем. Ну, ты видел, сколько я после тебя остановил? Пять машин. Ну и что, люди показали документы и уехали. Достань руки. Ты специально стоишь уже, пишешь? Да что там пишет? Что писать? Что? Пиши. Что-то неправильно тут разговариваем. Как бороться с преступностью? Вот ты говоришь, что вы меня остановили? Не, ну я ж вам еще раз объясняю. Я как-то сюда не так повел, что вы меня тормознули. О, блин. Ну что, тебе что-то претензии какие-то с нарушением что-то сказали? Ну покажи документы, что ты даже не надо показывать. Ну я ж просил, покажите свои документы. Иди, что тебе показать, иди. Они при вас, да. Ты же меня знаешь. Вот зачем ты? Ты подумал, ты просто бросишь меня. Ты же знаешь меня. Что тебе показывать каждый раз с моими документами? Ну а вы знаете меня. Че вы каждый раз меня будете останавливать? Кто может сзади сидеть? Кто-то, кого-то можешь перевозить. Я же не говорю, что ты, у тебя ко мне у тебя претензии. Ты можешь перевозить какого-то наркомана, бандита, даже не знаю. Вот можешь? Каким образом? Ты, вот видишь ты. И если вы знаете, что у меня постоянно собака, вы подошли, вы сказали, у тебя опять он собака. Он сказал. Нет. Ты мне сказал, что с собакой там с этим. Начинаешь... А что ты такой вредный? Вот по ДТП, что я тебе не так сделал? Все. Они с тобой рассчитались? Ну, вот как-то. Нет, по-нормальному не рассчитались. Нет, по-нормальному не рассчитались. А через оформление вообще бы они тебе и копейки не дали. Веришь? Вот люди, сколько мы оформляем, получают 10 гривен. Присудят. Здравствуйте. Вы одни проезжаете? Ну как ты? Ты хотел, чтобы они тебе дали за БМВ $1000? Ну как вы мне? Я не хотел, чтобы сколько? Они мне $1000. А сколько они тебе дали, честно скажи? Мне совесть. Сколько они мне вот отремонтировали, ну... Я своей соляркой поехал в Карловку со своей вот всем. Что они тебе? У тебя там царапина была. Какая цара? Я тебе вот здесь делал. Там два удара было, вы сами прекрасно знаете. Я не она помню, была в пьяном вот состоянии. Вот эта сторона была. Это полностью сторона была. Двух ударов. Вон оно осталось там и осталось тут. Ничего супер хорошего не было сделано. Так что. Ну вначале вы как начали разговаривать? Вы же не захотели мне помогать. Вы начали на меня кричать, я сам... Ну там твоя вина, я... Так как? Ты уехал с места происшествия. Я не уехал. А что ты сделал? А как бы я определил, что у меня... Я отъехал, я почувствовал, колесо у меня пробито. И вернулся на место, были свидетели. Я уехал там, развернулся, походил к другому машине. Как развернулся? И начал звонить на 102. Ну ты же отъехал уже аж до трассы. Да ну, какой трассы? До трассы, до улицы Карла Маркса. У них на Райском есть видеокамеры наблюдения. Там все регистрируется, можно было спросить. Там все без всяких вопросов регистрируется. Ну ты считаешь, что это неправильно я сделал, что так она тебе... А ты вообще она ничего я не сделала? Я считаю, вы ко мне поступили сразу неправильно. А ты вообще чудной какой-то человек, я честно говорю. Я знаю, что ты чудной. Какой-то необычный, вот ты стараешься что-то... Вот я к тебе не подходил, ладно, подошел к тебе майор, и ты опять, я смотрю, опять он тебе тоже не такой. Не, ну я попросил... Вот ты попросил... Причина зупынки. О, ты уже начал мозги компенсировать. А, вот ну а вы же меня остановили, вы мое личное время тратите. Ну ладно, не я, меня здесь нету, ладно, смотри. Личное и майор такой, тебе 1000 людей сейчас остановят, и ты будешь к тысячам претензий. Вот понимаешь? Вот к тысяче ты найдешь... Шо? Не, ну я ж не останавливал его. Я никаких нарушений не делал. Зачем надо было останавливать? А если вот, как зовут вас? Валентин. Валентин. Едет тут там человек или везет кого-то. Два мешка чего-нибудь интересного. Так как? Валентин вот, как... и сам ездит ночами, вечерами, не бухает. Куришь? Сигарет? Нет, не курю. Сигарета? Нет.
Нет. Что, тоже, ты... У меня проблемы, да, я волейболист. Не, ну проблема. Волейболист — это с 3 до 7 вечера. С 3 до 7 вечера мячи побросать. А вот с 9 до 12, как ты по кабакам, мне раз я тебя видел, зависаешь. Вот это тоже проблема. Я зависаю. Ну, видел потом. Я тебя вечером после 9 по городу ты катаешься. Это же не волейбол уже, это что? Так я зависаю по кабакам, я пью, бухаю, гуляю. Не, я не говорю, ну по кабакам я вижу тебя, под кабаками. Под кабак? Шо? Какую машину? Джипик твой этот. Днем. Я тебя вот видел, у вас какой там джип? Киа, подожди, или... Вот, видите, вы знаете машины, останавливаете, знаете прекрасно, что я нормальный человек. Так зачем так, это все? Ну, если чудить? Нормальный человек, скажет, здрасте, вот документы. Не, на черном у тебя джип какой-то, на рынке ты повернул, я вот видел тебя лично. Как же это можно? Да лучше всего. А забыть вот ничего. Вот видишь? Ну все, ну, знаем. И видел я тебя все после райского еще не раз. Не тогда только, и после того. Азартные игры запрещены. Вот там уже не будешь говорить, что я нарушил. А придут за карточку, где я перебрасываю. В райском том же. Вот она видеокамеры зафиксировали. Что вы делали? Я утром спросил, они карты мочили. Да а не запрещается. Утром, это ложь. Я утром подъезжал к райскому. Там же ты тогда наговорил. Я такого. Вам вечером уже сказал, что мы в карты пришли. Полчаса. А я после того, ну, кафе тут ментовское, я подъехал к Бранову и спрашиваю, он постоянно тут дубасит, ну, карты бросает. Ну, не ты, ложь. А компания, компания. Хорошо, все. Вот видишь, а вот... Самая натуральная ложь. А что, вы тогда в карты, вы же... Нет, не вы спросили, вам ответили, это все ложь. Ложь? Ты женат? Гарантия. Ты женат? Нет. А развелся тогда? Не Или знаю. Нет? С девушкой ты вот, живет? Когда? Тогда. Когда? Интересный человек, да? Ну, вам интересно было со мной побеседовать, и мне интересно. А что ты заканчивал? Где ты учился? А что надо заканчивать? Не, ну вообще, вузы какие после школы? Хера. Радиоэлектроники, закончил ты его, да? Конечно. А факультет какой, что это, почем? Во всем сразу. А где, на какой улице хера находится, в каком корпусе ты учился? Ну... Ну, где в Харькове? Ну, вот центральный корпус, по какой улице? Распирогарина. Сейчас я... Понял. Не, ну все равно. Что? Ну, езжай. Ну, что же останавливаете меня? Просто так, лишь бы... Да я тебя вот это после этого первый раз остановил. Не, а вот там еще сразу. Да, с собакой. Вы мне хотели сказать, что я без этого. Без ремня? Ну, без я ремня. Сразу сказал, езжайте. Ну, а пришли, сказали, что ты без ремня был. Собака, я не пришел.